Два дня игры в быстрые шахматы и 11 туров. Такими выдались прошедшие выходные для свердловских мальчишек и девчонок. Шахматистов ожидали два турнира в группах А и Б. В первой участвовали спортсмены с российским рейтингом «Рапид» не менее 1300, во второй – с любым показателем. Самое интересное, наверное, с соперниками, которые посильнее меня, чтобы научиться играть. Обычно соперник сам ошибается, но нужно как бы больше проблем ему создавать, тогда он, скорее всего, ошибется и что-то получится выиграть. На загородную базу приехали спортсмены из Нижнего Тагила, Новоуральска, Екатеринбурга, Верхневинска, Кушвы и Верхней Салды. Турнир «Шахматные выходные» – это не только шанс поднять свой рейтинг, повысить уровень мастерства и побороться за ценный приз от ВСМПО «Ависма», но и возможность завести новые знакомства. Здесь что-то среднее, вернее, даже не среднее, я бы сказал, лучшие черты, взятые из соревнований и сборов учебно-тренировочных. То есть это официальный турнир городского календаря. И присваиваются разряды по нему, то есть это не сборы. И в то же время дети вот дружной командой двое суток в Тирусе проводят. И нагрузка довольно приличная по времени выходит за эти двое суток. Сдружились, атмосфера специфическая, поэтому лучшие черты сборов также здесь присутствуют. Это уже второй этап соревнований, и салдинские спортсмены, как всегда, показали высокие результаты. Всего наши ребята выиграли 6 наград. Среди них 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронза. Остальные медали уехали в Екатеринбург и Нижний Тагил.